Романе Григоровичу, говоримо і сьогодні про можливе звільнення головкома Валерія Залужного. Чи не щоденно так з'являється якась нова інформація, якісь можливі сценарії, версії? Знову ж таки, видання «Українська правда» із посиланням на свої дані знову пише про те, що заміна станеться найближчими днями. Вони говорять про те, що в ході нещодавнього візиту заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд дала зрозуміти, що Вашингтону не подобається ідея з відставкою Залужного. Однак публічно Білий Дім сказав, що це чисто українське внутрішнє питання. Так ми пам'ятаємо слова Селівна. І один із високопоставлених представників команди Зеленського сказав про те, що все буде спокійно, не так, як всі собі уявляють. Та й Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде. Валерію Федоровичу точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення. Якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде із закликами, що якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то йдіть на фронт. Як ви вважаєте, що чи саме ось такий сценарій матиме можливе звільнення Залужного? Ну, первое, Залужный выполняет боевые задачи на своем посту, на данный момент, со всей своей командой. Есть определенное давление, оно, естественно, не нравится ни самому Залужному, ни команде, ни вооруженным силам Украины, потому что информационный поток уже перешел некоторую черту, за которой уже точно должны последовать какие-то действия. Ну, то есть, одно дело, когда это ИПСО российское, вот мы где-то месяц назад с вами про это говорили, некоторые попытки внутренних дестабилизирующих сил политических в основном раскачать ситуацию на этой теме. А другое дело, когда она уже этот вопрос зашел слишком глубоко. И значит, будет какие-то действия. Вопрос, какие и когда, это самое главное. И что, допустим, пытаются прикрыть негативом или информационным потоком. Надо посмотреть, что в это время что-то кто-то делает. Проталкивают сейчас под прикрытием вопроса отставки Залужного сейчас через Верховную Раду просовывают коррупционный законопроект о мобилизации, пытаются просунуть абсолютно ненужный Украине и украинцам законопроект о двойном гражданстве, абсолютно идущий вразрез Конституции Украины, 4-я статья, единое у нас гражданство, единое, не множественное, не еще какое-то, то есть, но пытаются просунуть. Вот представьте себе, после того, как Орбан получит украинский паспорт, это ж возможно поэтому, или Фицо, они становятся президентами Украины с хорошей финансовой накачкой, сами знаете откуда, зачем это нам надо. Или вдруг, не дай бог, тому же Орбану захочется вернуть или захватить украинские земли Закарпатья, и начнется война между венграми и украинцами. Вот представьте, украинские венгры, у которых два паспорта, венгерский и украинский, за кого они будут воевать и на какой территории, где сразу. То есть есть такие вещи концептуальные, которые сейчас пытаются пропихнуть. До этого это был с 1 января включение рынка земли для юридических лиц. Он запустился, у нас землю начали продавать. Не довольно-таки скоро и споро, по крайней мере, эти негативы есть. И вот, может быть, как раз под этим негативным моментом по Залужному пытаются просунуть что-то еще более негативное, но на данный момент не подсвечиваемое. Надо еще посмотреть, что еще пытаются просунуть. Тем более в закрытом режиме у нас Рада, уже пересидевшая определенный срок, до сих пор не открыла двери перед журналистами. То есть они все это делают за закрытыми дверями. Есть эти моменты. Потому надо посмотреть вообще, что происходит в самом деле. То есть пока идут разговоры о снятии Залужного, в это время делаются дела. Так вот, лучше фактаж этих дел освещать. А если будет что-то по Залужному, ну потом уже посмотрим, во-первых, куда. Мы уже несколько раз с вами говорили. Даже если возникает вопрос о его переводе или снятии, это же две разные разницы. Если снятие – это одно, а если перевод – это другое, допустим, министром обороны, премьер-министром или выше по служебной лестнице. Это тоже вопрос, и вот лучше его проговаривать. А вот некоторые сценарии от неназванных источников, постоявших где-то возле какой-то печки, что-то где-то услышавших, ну и так далее и тому подобное, это пока как сценарии, больше вбрасываемые для проговора в информационном потоке, а не фактаж в чистом виде. Фактаж в чистом виде – генерал Залужный вместе с командой выполняет на данный момент свои служебные обязанности. Романе Григоровичу, я уточню, якщо дозволите, а все ж таки от ваша так точка зору, чому президент хоче звільнити головкома Валерія Залужного? Тобто в чому основна причина?
Сложно, очень сложно определить причину. Ее будет понятно после самого действия как такового или бездействия как такового. Но, по крайней мере, сейчас уже очень негативное восприятие и у общества, и во внешнем сегменте. Та же самая картина, много непоняток, связанных даже просто с информационным потоком. Так еще действия нет, а информационный поток уже негатив. То есть это сильно ударит по нашей обороноспособности, сильно ударит по доверию тому же верховному главнокомандующему и как президенту на внешнем поле, то тоже будут вопросы. Скорее всего, они уже есть, не просто так же Нуланд прилетел, а Боррель у нас сегодня. То есть эти вопросы как-то поднимаются, решаются, и к чему они приведут, вот тогда вот будет понятно, а что случилось на самом деле. То есть что было стартовой, кто нажал на спусковой крючок, имеется в виду, кто на курок нажал. То есть что произошло, где генерация этих идей и какова причина этой генерации. Пока на данный момент непонятно, потому что везде негатив. Вот если бы было видно где-то хоть какой-то позитивный момент, можно было бы понять, что происходит. А сейчас, получается, куда ни посмотри, таких действий, и даже просто от информационного потока, везде один негатив. И потому здесь причину очень сложно определить. Внутреннюю, ну, внутреннюю, это здесь политическую, мы с вами это уже говорили. Но это вряд ли генерация, то есть это информационный поток. А реальная, допустим, причина, ну, с точки зрения военной, это происки нашего врага. Почему? Потому что у нас тоже та же задача – снести управление вооруженными силами Российской Федерации. И у россиян, думаете, другая задача – снести управление вооруженными силами Украины. Вот, то есть основной выгодополучатель – это как раз наш противник. А вот что движет людьми, которые принимают решения даже просто на информационный поток, это будет понятно после самих действий или бездействия как такового. Скажіть, будь ласка, а ось весь цей шум от наразі впливає на рішення нашого генерального штабу і відповідно на як наслідок чи може впливати на фронт? Ну, однозначно, это уже сейчас даже просто, я же говорю, что одно дело, когда это был просто информационный поток, а это уже перешло определенную грань по времени, то есть только он не держится, значит, есть какая-то проблема, и именно эта проблема давит однозначно на, во-первых, на принятие решений в сфере обороноспособности, то есть это проблема с обороноспособностью нашего государства. Естественно, это давит на принятие решений, на армию как таковую, на всю вертикаль армии. Армия так устроена, это единый организм. Куда бы вы ни тронули, вы обязательно попадете на всех сразу. То есть это вертикаль управления, это пирамида управления в армии. Это ж не политическая тема. Это именно один единый организм, и он сразу чувствует давление какое-то, совершаемое извне, и ему противится, самое интересное. Тут же вопрос какой. Одно дело, допустим, давят на нас противники, это одна реакция, а если это внутреннее какое-то давление, другая реакция, она есть. И значит, снижается давление на противника. Почему любому противнику выгодна генерация такого рода и идей действий как таковых? Окупанти обстріляли Київ та регіони. Чергова масована атака відбулася, зокрема, 6 регіонів були під ударом ворога. Знищено 44 повітряні цілі, це 29 ракет та 15 ударних БПЛА. Є багато постраждалих, на жаль, є загиблі. Також є інформація, що під час масованих атак на Україну більшість ракет Російської Федерації летять у бік Польщі. Всі системи безпеки перебувають у повній бойовій готовності. Про це говорив міністр оборони Польщі. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, ось ця сьогоднішня атака, вона якось відрізняється від попередніх? Ви, можливо, побачили якісь зміни в тактиці Російської Федерації? І те, що ось ці ракети летять в напрямку до Польщі, це є провокацією, ну, знову ж таки, Російської Федерації? Ну, дело в том, что все ракеты летят сначала на запад, откуда бы их не запускали. Даже если с юго-востока запускают, они идут на северо-запад, может быть на север, но потом отворачивают на запад. Потому тут можно сказать, с точки зрения географии, все ракеты летят в сторону Польши, если они запускаются, особенно с самолетов над Каспийским морем. Понятно, что они проходят, их сбивают над Украиной, но общее направление это на запад. Потому тут чуть некорректная, по крайней мере, подача информации или вопрос как таковой, который формулируется нашими партнерами. То есть они и так летят в ту сторону. Вопрос, как на это реагировать и в каком
в каком виде проводить действия, то есть для того, чтобы они не достигли, допустим, Польши, уничтожать их на польской территории, либо уничтожать их над нашей территорией. Вот, это, вот этот вопрос, ну, он пока еще в информационном потоке не обсуждается. Хотя реально для поляков оптимальный вариант как раз уничтожать все ракеты, которые идут в сторону Польши. Это ж можно сказать не только на Польшу, на ту же Англию или Испанию или Ира, или Италию, в Германию, это ж в ту сторону получается. Потому если бы НАТО приняло решение перехватывать эти ракеты над территорией Украины, это было бы, конечно, положительно для нас. Мы бы могли эти вопросы согласовать. А по большому счету они вообще могли принять решение объявить, допустим, зону бесполетной зоной на территории Украины. Они тоже могут это сделать. Хотя, опять же, какую бесполетную, если нам сейчас будут передавать F-16, мы летать точно будем. То есть, значит, надо использовать западные средства, так мы и так их уже используем. То есть, по большому счету, натовцам сейчас уже нет смысла, так сказать, как-то негативно к этому относиться, к этому вопросу. Они вообще могут сейчас всю систему обороны, особенно противовоздушные, строить на нашей восточной границе, на границе между Украиной и Россией. А чего нет? Уже ЗРК натовские у нас, мы обучаемся на базах натовских, то есть практически НАТО участвует в уничтожении, но только кто будет кнопку нажимать, это не все равно, поляк это будет нажимать на кнопку или украинец, это ж уже смысла не имеет, Патриот все равно ж работать будет американский. То есть по большому счету здесь такое, есть перспектива для роста, для принятия решений, может быть они уже и будут, раз уже начали поднимать авиацию в конце второго года боевых действий, то прогресс налицо, уже может скоро что-то вот и такого рода решение принять.